Надо поле притоптать. Вот так с энтузиазмом и под руссконародную песню студенты политеха открыли танцевальный флешмоб. Поддержать настрой, показать свои национальные пляски, а заодно и поздравить Технический университет с юбилеем пришли несколько десятков студентов. Каждый день Россия, Египет, мы... Марокко, Монголия, Узбекистан, мы друзья, Казахстан, и Колумбия, Индия, Нигерия, Зимбабве, Замбия и Центральная Африка. Восемь народов, восемь танцев, на каждый по несколько минут, но даже за это время студентам из Монголии, Колумбии, Узбекистана, Египта и других стран удалось заворожить своим танцем всех без исключения. Настоящий фурор на раскаленной сковородке произвела темнокожая африканка. Они достойны ваших аплодисментов, можете выйти поддержать их громче. Все ребята поддерживали друг друга, повторяли движения. По их словам, такой флешмоб – хороший способ напомнить о традициях своего народа. Традиции должны чтить и помнить в любое время. В любое время традиции должны оставаться традициями. И каждый народ должен уметь танцевать свой танец. Уже немаловажно знать язык. Я думаю, это тоже очень важно. Сейчас есть люди, которые забывают свои родные языки, как и танцы. Это неправильно. Сохранять. Флешмоб завершили совместным танцем, как символ крепкой дружбы народов. Танцы – это классно! София Ценко, «День с толком».